What were your experiences? Was emotional. Who observed changes? Кто наблюдал за изменениями? In the conversation. В беседе. Yeah. Okay. What happened? Что произошло? Когда я показала интерес, он начал очень бойко рассказывать, мой партнер, начал очень бойко и хорошо рассказывать, какой-то очень интересный случай припомнил. Когда я показала позитив... Пассивный позитив, он стал рассказывать медленнее. Когда я показала пассивный негатив, он очень быстро закончил рассказ. У него он просто кончился. Тогда я быстренько вернулась к пассивному позитиву, и он как-то очень медленно начал какие-то вот факты еще вытаскивать. Хотя очень трудно, мне пришлось какие-то вопросы немножко даже задавать, чтобы он совсем не перестал разговаривать. А потом я показала снова интерес, и вдруг уже в конце, когда рассказ уже кончился, у него пошли какие-то подробности, не относящиеся уже к рассказу, но надо было что-то говорить. И вот у него загорелись глаза опять, и он опять что-то начал говорить. Но рассказ уложился минуты в три. Mm-hmm. Весь этот процесс минуты в три уложился. Что-либо из этого вас удивило или же? Ну, в общем-то, наверное, не удивило. Потому что его состояние соответствовало тому, что я показывала. Что я внутри себя чувствую. Great. So you realize how much influence you have. Вы понимаете, какое влияние вы оказываете, да? On the content, на содержание, на процесс, his calibrations, на его калибровки, whether he continues talking, not talking, продолжит он дальше говорить или нет. All by your body posture or все зависит от вашего положения тела или же выражения на вашем лице. Right? Так? How many of the rest of you found similar experience? Кто из вас имел те же переживания? Yeah? Okay. Yes. У нас очень веселая история. Сначала мой партнер стал очень эмоционально рассказывать, так красиво. Потом, когда я стала немножко охладевать, показывая пассивный позитив, он тоже стал немножко выделять. Даже он почувствовал, видимо, что это пассивный негатив, он замолчал. Секунд 15 он молчал. И я молчала в этом состоянии. Потом он сказал, а вообще мне очень нравится разговаривать с красивыми женщинами. Я сразу сама ушла. Who's angry who here? Кто здесь кого я корил, а? Ну и дальше, в общем, было все очень бойко. Nice. Okay. Yes. Похожая ситуация, когда я стала демонстрировать последний негатив, моя двоечка стала стараться меня заинтересовать, вытаскивать из этого состояния, так немножко подвеселить. И с трудом удавалось удерживаться в этом состоянии, с трудом. It's terrible when your clients are trying to fix you. Ужасно, да, когда ваши клиенты пытаются вас исправить. Мне было что интересно. Мы это упражнение делали на тренерском, ты нам его давал. И с тех пор много об этом думал, делали с группой, как бы я его уже знаю. А сейчас было очень интересно то, я в первый раз заметил, как меняется мой интерес к содержанию того, что мне рассказывают. Вот для меня это было здесь очень-очень интересно. Только из того, что я либо улыбался, либо грустил. Отлично, это очень-очень важно. Когда спрашивали обратную связь, я спрашивала у партнера, с кем мы работали в паре, мне он сказал, что когда было что-то интересное, у меня что-то всплывало, я рассказывал, а когда что-то интересное исчерпывался, что-то не мог ничего вспомнить, ну, я молчал. Но вот эти вот вспышки, они совпадали ровно с тем, когда я проявляла интерес, вспоминал что-то интересное, а когда был пассивный негатив, было как бы нечего сказать. Mm-hmm, good. Мы когда работали с Володей, Володя когда сел, я начал ему демонстрировать интерес, Володя мне не поверил. Он не поверил, что этот интерес искренний. А после этого я стеснился в пассивный негатив, и
он решил, что вот пассивный негатив, пассивный позитив — это как раз то, чего бы он не ожидал. И что вот это вот логично, и это более искренне. И для него это было лучше в итоге. Yeah. It's terrible when people already know your calibrations, right? Ужасно, да, когда люди уже знакомы с вашими калибровками. Я бы сказал, давайте такую стандартную калибровку интересов. Good, good, good. Yes. Я была номером, который был над дверью. Сдается мне, что это был номер два. Я немножко поняла задание. И так интересно получилось, я выбрала тему, которая интересна. Это Новый год МЛП. Я рассказывала просто моему напарнику, как этот Новый год происходил, я поняла, что это был интерес, и когда он изобразил пассивный негатив, я, а что, а чего-то нужно рассказывать? То есть я знала задание практически, я поняла, но у меня такой перерыв, и у него интерес абсолютно пропал. То есть вот так вот преломилось, вообще здорово. И потом опять все началось снова. Ага. So, for the... Yes. Но это второй год. Для себя было очень забавно, когда была просьба рассказать что-нибудь, но при этом предлагалось состояние какой-то незаинтересованности и неконгруентности, и просьба найти что-нибудь такое восхитительное и интересное. И вот я понял для себя, насколько это тяжело искать. То есть вот поиск действительно проходит по состояниям. Я там начал искать, нашел что-то в будущем. Вот. Поиск был действительно, так просматриваешь, вот. И жизнь кажется серой, то есть когда тебе предлагают поиск чего-нибудь хорошего, но не создают состояние, вот действительно поиск какой-то вот идет не потому, что творится, а по тому состоянию, которое предлагают. Which reinforces what we said earlier, that states control results. Что в принципе доказывает то, о чем мы говорили ранее, что состояние контролирует результат. Okay, very strongly, yes. Очень сильно, да. То есть у нас получилось очень смешно. В состоянии пассивного позитива повествование обросло деталями, а когда я начала уходить постепенно в пассивный негатив, оно вдруг прекратилось. Мне было объявлено, что все, рассказывать больше, в общем-то, с ним нечего. А когда я ушла туда совсем в глубоко, клиентка начала меня шантажировать, объясняя, что обычно говорю, с тобой не беру. Она так успешно дергала меня за мои якоря, что меня придергало опять состояние радости и интереса. Good. Когда, значит, я ушла в пассивный позитив и после этого в пассивный негатив, вот чем дальше глубже я уходила, тем больше мой собеседник мне демонстрировал свое состояние интереса. То есть он мне демонстрировал, чего он хочет от меня видеть. И вот чем дальше, тем ярче эти проявления были. Wow. That's a strong client. Было очень клиент, да, у вас был? Не реагировать. Who is your client? Кто был вашим клиентом? Кто был вашим партнером? Костя. Contest of who's pacing and who's leading, right? Это тут испытание на тему, кто тут кого ведет и кто тут кому присоединяется. Yes. Ну, у меня подобная ситуация была, то есть действительно есть люди, которые достаточно профессиональные коммуникаторы, и остановить их вот в изложении. Их материалы достаточно максимально чем удалось сделать, потому что это такая достаточно нейтральная, спокойная, обстоятельная, да, то есть вот разговор перешел в руку такого спокойного, обстоятельного изложения информации, хотя факты туда закладывались, то есть достаточно такие интригующие. Вот. И как только калибровки изменились, то есть тут же изменился темп речи, повысилась активность, и человек описал именно физиологические проявления, то есть по физиологии там действительно активный позитив в начале и конце. Number twos. Вторые номера. What was your experience? Каково было ваше переживание? Of this experiment. Вот этого эксперимента. Yes. Когда я рассказывал, в первый момент времени я был настолько увлечен своим рассказом, что я даже не смотрел на своего партнера первого номера. И вдруг в какой-то момент я
снимаю, что что-то не то. Я смотрю на партнера, и она на меня не смотрит. Она не здесь, она не со мной. То есть, кому я рассказываю? Это же для меня самое такое захватывающее и самое, что ли, для меня волнующее переживание, она не со мной. Но я начал спотыкаться, то есть, ну, как рассказывать-то надо, но... Вот я вот этот момент как-то прочувствовал, что я даже не заметил, а прочувствовал, потому что я даже на первый момент не смотрел и не видел партнера, а был внутри себя. А вот в тот момент, когда начался переход через состояние нейтральное к состоянию негатива, вот я тогда заметил партнера. So much influence, right? Okay. Again and again, everybody's talking about how much influence their nonverbal communication had on this conversation. Снова и снова все говорят о том, какое влияние они оказывали на невербальную коммуникацию. This is not unusual. This is always happening. Это не что-то необычное. Это всегда происходит. You have to understand that. Вы должны это понять. Okay. Very nice. Good. Yes. Я поймал свою стратегию, когда я почувствовал, что человеку менее интересно меня слышать. А мне важно, ну, хотя бы структуру того, что я рассказываю, завершить. Я как бы от него отстраиваюсь и продолжаю рассказывать. Я помню его, когда он был еще радостный, и не смотрю на него реально. Ignore the professional communicator. Игнори профессионального коммуникатора, игнори. Делай то, что хочешь. О, интерес. Но при этом я чувствую, что ему менее интересно. Я понимаю, что я как бы вот стараюсь укомплектовать, ужать свой рассказ так, чтобы все-таки еще воспользоваться кредитом доверия, чтобы он дослушал. Yes. Ну, я, наверное, оказалась таким как раз рассказчиком, которому удалось увлечь своего слушателя, несмотря на его задание. Простите, что сделать со слушателем? Увлечь его, несмотря на задание. Но зато вот когда к нам подошла Ольга и стала кому-то рядом с нами объяснять, что там в тройку объединитесь, у меня внутри точно была совершенно пауза, типа, у нас тут такой интимный разговор, такой хороший, зачем она встала здесь, она решает. То есть, как бы, все равно влияние извне, оно было, да, вот у нас такой хороший, душевный. Интерес и интерес. Нирвана, да? Anybody else? Кто-то еще? Such influence. Такое влияние. Guys, this is always happening. Ребята, это всегда происходит. Everywhere you are, no matter who you're interacting with. Вне зависимости от того, с кем вы не взаимодействовали. My favorite thing to do is to watch in a conversation. Что я люблю делать больше всего, наблюдать в беседе. Observe the people who are. If you're watching three people. Если вы наблюдаете за four people or five people talk. Людьми, которые говорят, когда их четверо. Usually there's one primary speaker. Как правило, есть один оратор. And usually one other person that's kind of primarily interacting. И еще один человек, который как бы в основном взаимодействует. Right? Так? Watch the other people. Понаблюдайте за другими. They're the ones that are controlling the conversation. Именно они контролируют беседу. Okay. They're the ones that are having the most influence. Которые оказывают наибольшее влияние. Because again, people are consciously Потому paying attention to the two main люди обращают внимание на двух людей, которые в основном взаимодействуют. The other people. Другие люди. Are all calibration. Все это калибровка. And I work with businesses, right? Я работаю с компаниями. One of the situations that was so powerful it frightened me. Была одна ситуация, которая была настолько сильна, что она меня просто напугала. I was invited into a board of director to an owners meeting for a company. Меня пригласили на встречу владельцев компании. Six owners. Шесть владельцев в одной компании. They're going to make a decision on how to invest or whether to invest $500,000. Они планируют принимать решение относительно того, как проинвестировать или же инвестировать ли вообще полмиллиона долларов. In a particular project. В определенный проект. I watched them for 5 minutes. Я наблюдал за ними в течение 5 минут. And I became aware. Я осознал, что. That the whole decision depended on dynamics. Все решение зависело от динамики дискуссии. They didn't have any concrete information. У них не было никакой конкретной информации. It was all opinion. Все это было мнение. And I watched for 5 minutes. И в течение 5 минут я наблюдал. And I said. И сказал. And I said to myself.
I don't understand Russian. Я сказал себе, я не понимаю русского. And I can control this conversation. Но я в состоянии контролировать эту беседу. Without understanding the language and without saying a word. Не понимая языка и не произнося ни слова. So I thought, okay. In this group, one guy. Один парень. Always won. Всегда выигрывал споры. And he won by. И он выигрывал. By the strength of his intimidation. Силой его собственного давления. He could talk louder, longer than any громче, of the other five. Кто-либо из оставшихся пяти. And so the other five would eventually just say, оставшиеся пять, в конце концов, просто говорили, okay, do what you want. Делай, что хочешь. We support it. Хорошо, мы поддержим. So that they could go home and go to bed. Чтобы они могли наконец-то отправиться домой и лечь спать. Otherwise, they'd never get to go home and go to bed. Иначе шансов в тот день заснуть у них не было. This one guy just absolutely does not stop. Этот парень. Этого парня просто невозможно было остановить. And I noticed very quickly, я заметил очень быстро, that he wins, что он выигрывает, if nobody teams up against him. Если никто не объединяется против него. As long as they're all individuals, по мере того, как это все отдельно взятые личности, he's personally more powerful and more capable более силен than и any более individual способен, нежели любой другой отдельно взятый человек из других пяти. Right? And there's one other person есть that's еще pretty человек, strong. Который довольно-таки силен. The moment, тот самый момент, anybody starts to join that second person, начинает присоединяться к этому второму человеку, he observes it. Он за этим наблюдает. And he shoots the third person. И подстреливает третьего. Not the second person, but the не third второго, person. А третьего. Boom! And he attacks them. И нападает. He tells them they're stupid. He говорит tells them they don't know what they're talking about. Что они понятия не имеют, о чем они вообще говорят. Boom! Until they go, пор, oh, вот and begin to defend themselves. И начинают защищать себя. Then he gets a little smile, вот тогда у него появляется because he knows he's broken the team. Потому что он знает, что он разделил команду. Right. And the second guy doesn't get it. И второй парень этого не понимает. He doesn't understand that it's the teaming that's going to win. Он не понимает, что именно группировка в команду. So I recognize it for years. И я замечал это в течение this лет. This one guy controls this company. Этот один парень контролирует всю компанию. With six owners. Среди шести владельцев. And he always gets what he wants. Он всегда заполучает то, so что I'm sitting there and I go, я сижу и говорю, okay. Let's see if I can do what I think I can do. Давай посмотрим, смогу ли я сделать то, что я думаю, я смогу. So every time the one guy, the number one guy talks, парень номер один начинает говорить, I do this. Я делаю вот так. I don't know what he's saying. Я не знаю, о чем он говорит, не важно. And I can see the other guys. И я вижу остальных. And every time one of them does that, и всякий раз, когда кто-то из них начинает делать, я делаю вот так. Right? Every time the second guy talks, всякий раз, когда второй начинает говорить, I do this. Я делаю вот так. And the other three, the other four owners, are starting every time the second guy talks. The other four owners are doing this. And every time they do that, I go like this. Then, after about 10 minutes, right, the guy who always wins, he's looking at the five owners, and he knows, unconsciously, uh-oh. Something's wrong here. Что-то здесь. And I'm sitting over here. Я сижу здесь. And he's looking at them. Он смотрит на них. And he goes. И говорит. And he looks at me. Он на меня. I'm sitting there. Я сижу. He looks away. He looks away. And I go. Смотрит в другую сторону. Я делаю так. And the others are going, and they're breathing more, and they're looking at each other. Pretty soon number two says something, and two of the other owners go, da, da, правильно. And number one goes, and he starts shooting number three and number four, right? And while he's shooting them, I'm doing this. And so the bullets are bouncing off. And the guys are sitting there going,
And about once every 5 minutes, he does it. He looks at me. After about a half an hour, he says, he looks at me and says, what are you doing? Что ты делаешь? I look at him. Я смотрю на него. Извини, я не понимаю по-русски. So the third guy and the fourth guy both joined the number two guy. Оба присоединились к номеру два. Right? And when they joined, before that, the number three guy is is finally kind of getting an opinion, and every time the number two guy talks, I glance at the number three guy, and I do this. I look at the number four guy, and little by little, they're getting together, the number two, the number three, and the number four guy. And they're starting to talk like one voice. The number one guy, he can't believe it. He's looking at them. And every time they talk together, it took me 30 minutes. And the number one guy lost the first major decision he's lost in 6 years. 30 minutes. В течение 30 and минут. I did nothing. Я не сделал ничего. Просто сидел. And none of them are looking at me. Ни один из них на меня напрямую не смотрел. They're looking at each other. Они смотрели друг на друга. But they can all see me in their peripheral vision. Но все они были в состоянии боковым зрением улавливать меня. That bothered me. Меня это беспокоило. I didn't like that. Мне это не понравилось. Because I understood how simple it is to use communication dynamics to control business. And I prefer that information controls business. И я предпочитаю, чтобы информация контролировала бизнес. That you make good decisions with good information. Чтобы вы принимали хорошие решения с хорошей информацией. And that you have information systems. И чтобы у вас были информационные системы. In our market, information рынка, has been hidden or secret for years. Информация была секретной или информация упряталась в течение многих лет. So people are not used to getting and finding valuable information. И поэтому люди не привыкли к поиску ценной информации. So they have to make decisions on a different basis. Поэтому они должны были принимать решения, основываясь на другом. And lots of our business people still have that. И огромное количество наших бизнесменов по-прежнему обладает подобным паттерном. In closed market, you make decisions based on power. В условиях открытого рынка вы принимаете решения, основанные на власти. And connections. И связях. And something else. Okay. And so those habits are still existing in our businesses. И в наших компаниях эти привычки по-прежнему существуют. But the point is, но суть сводится к тому, что non-verbal communication has so much influence, so much power. Влияние, имеет такую силу. In normal situations and in business. В естественных повседневных ситуациях и в бизнесе. If somebody can walk into a business если meeting, если кто-то может войти на деловую встречу, not understand the language, не понимая языка, and control the results in 30 minutes, контролировать результаты в течение 30 минут, on $500,000 investment, относительно инвестиции в полмиллиона долларов, then we need to understand that kind of power. Тогда мы должны осознавать подобного рода силу и влияние. And use it in a beneficial way. И использовать это I talked to them later. В положительном направлении. Я говорил с ними позже, и я сказал им встретиться снова. To gather information. Чтобы собрать информацию. And to make the decision based on information. И принять решение, основанное на информации. And then do it again without me. И сделать это снова без меня. Because my influence was so strong. Потому что мое влияние было настолько сильным. That it bothered me. Что меня это начало пугать. I should not be able to do that. У меня не должно быть возможности добиться этих but результатов. Но we all do it every day. Все мы это делаем каждый день. And we need to understand. We need to take responsibility for that. Мы должны брать на это за себя ответственность. Okay, because we have that kind of power. Потому что мы обладаем подобного рода силой. Okay. Use it in a positive way. Используйте это в позитивном смысле. Use it to win. Используйте это для того, чтобы выиграть. Okay.